Слушай, ага. Я все еще думаю о владельце того магазина. То есть он тебе просто подарил САС, да? Да, сказал же брат. В чем причина? Ты что, ему жизнь, что ли, спас? Он что, миллиардер, что ли? Или он магазин закрывает свой? Брат, я что, миллион раз должен говорить? Я пошел туда, сыграл ему. Ему понравилось. Вот он и решил сделать доброе дело. Знаешь, так надеюсь, он с голоду-то не помрет. Так, ремесленнику быть очень сложно. Брат, я это и пытаюсь объяснить ей. Я говорю Юлию, что мне подарили, а он не верит. Ты сказал, что ты не врешь? Сказал, но ничего не изменилось. Да уж. Знаешь, на самом деле, сердце велит. Иди к ней, поиграй. Она услышит и все поймет. Но откуда взять смелость для этого? Ага, знаешь, что я тебе скажу? Стоит тебе сыграть, каждого впечатлит, клянусь. Брат, не надо меня заряжать. Ага, я никогда не вру. Сыграй ты. Остальное Бог решит. Боже, помоги мне. Selamına güveniyor, gel otur yanıma, hallarımı söyleyin. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyin. Послушай, позволь мне, я докажу тебе, что правду сказал. А потом делай, что хочешь. Говори, что хочешь, но позволь мне. Как-нибудь. Давай сходим в тот магазин. Хорошо? Хорошо.